Добрый день, друзья! Сегодня мы собрались, это жители микрорайона Коктем 5А. 12 октября в 7 часов вечера здесь произошел инцидент. Был хлопок газово-воздушной смеси. И аналогичный инцидент был в прошлом году, осенью 2020 года у вас. В первом подъезде в 4-й квартире также был хлопок газово-воздушной смеси. Данный дом обслуживает ТО «ГазКызмет». На брифинге, который был посвящен именно этой теме, заместитель акима города Кокшетау Серик Кенесарыулы Кудабай говорил, что на следующей неделе ожидается круглый стол с привлечением всех заинтересованных структур, чтобы решить эту системную проблему в системе газоснабжения города Кокшетау. Жители данного дома, микрорайон Коктем 5, требуют у властей, чтобы на круглый стол в обязательном порядке были приглашены люди на уровне принятия решения, а именно первые руководители следующих государственных органов. Это руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции по Акмолинской области, Департамент агентства по защите и развитию конкуренции по Акмолинской области, руководитель Департамента государственных доходов по Акмолинской области, руководитель Департамента службы экономических расследований по Акмолинской области, прокурор Акмолинской области, руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по Акмолинской области, аким города Кокшетау Бауржан Гайса, департамент по регулированию естественных монополий, руководитель департамента по делам государственной службы по Акмолинской области и руководитель департамента по чрезвычайным ситуациям по Акмолинской области. Они хотят, чтобы на этом круглом столе уже было принято конкретное решение и чтобы людям предоставили конкретный ответ в решении системной проблемы города Кокшетау в сфере газоснабжения. Правильно я говорю? Правильно. Следующий момент. Пользуясь случаем, я обращаюсь к господину Айкын Канурову, председателю Народной партии Казахстана, взять этот вопрос на личный контроль. С нами на мероприятии сейчас присутствует депутат Кокшетауского городского маслихата от Народной партии Казахстана Ая Суиндиковна Калягина. Просим вас принять во внимание. Благодарю.